Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». 5 музеев изменили дни бесплатных посещений. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, жители и гости города смогут бесплатно посещать музеи и галереи каждую третью неделю месяца. Большая часть столичных музеев в новом году сохранила расписание бесплатных посещений 2019 года, добавили в пресс-службе Мосгортура. Отмечается, что в Московской музейной неделе принимают участие около 80 площадок. На сайте агентства можно найти список музеев, которые коснулись изменения, и афишу с днями свободных посещений. На этом у меня пока все, а больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!